управлением ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со Следственным управлением Следственного комитета России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность ведущего инженера контрактного отдела АО ГНЦ НИАР Ильмухина Александра, причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Установлено, что при организации закупок оборудования для технического перевооружения опытного реактора Ильмухин, используя свои должностные полномочия, склонял представителей фирм-поставщиков к искусственному завышению стоимости продукции с целью дальнейшего получения от них денежных средств в виде вознаграждения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность указанного лица была пресечена на стадии покушения. Предотвращено нанесение финансового ущерба предприятию в размере 14 400 000 рублей. На основании представленных у ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Димитровградским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ульяновской области в отношении Ильмухина возбуждено два уголовных дела о совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом В части 5 статьи 200 прим. 5 Уголовного кодекса России, покушение на подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Решением Димитровградского городского суда Ильмухин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.